Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить завтраки. Судочек разложим. Потом, когда нужно, разогрели и съели. В части, где у нас десерт, будут эти ягоды. Голубика, малина и клубника. А здесь будет протеиновый завтрак из протеиновых сосисок, яйца, сыр, который вы любите. Я буду использовать пармезан. Оливковое масло идет ингредиент. Шпинат, грибочки, шампиньоны, цветная капуста и брокколи, лук, сливки для взбивания, морковка, помидорки, соль, перец. И еще у нас есть такой секретный ингредиент, дает хороший вкус. Это у нас Nutrition East. Я потом покажу, что это такое. Это вкусная специя. Давайте.